В Музее промышленности и искусства началось голосование за макет будущего памятника Дмитрию Бурылину. Сейчас в Белом зале представлены 8 фигур из пластилина, но в ближайшее время планируется пополнение. Макеты выполнены 5 скульпторами, 2 из них – ивановцы. Посетителям музея предлагается выбрать понравившийся памятник. Голосование продлится до Нового года. После того, как будет выбран лучший вариант, перед скульптором поставят задачу максимально органично вписать памятник в отведенную территорию, затем и приступить к непосредственному изготовлению монумента. Скульптуру мецената установят на площадке между музеем Ситца и ЗАГСом. У каждого автора, у каждого скульптора есть свой специфический взгляд на жизнедеятельность нашего известного мецената Дмитрия Геннадьевича Бурылина. И есть, конечно же, свои мысли относительно того, как он должен быть привязан к местности, как он должен выглядеть в действительности, этот памятник, чья установка запланирована на следующий 2014 год, являющийся юбилейным для нашего музея.